Всем добрый день. Прошло 6 дней с момента пересадки, и я все-таки решила свою орхидею Дендробиум Нобиле полить. Первый полив после пересадки всегда осуществляется методом пролива, чтобы не было большого стресса при поступлении корням большого количества воды. Полив мы выполняем в первой половине дня, так как эта влага быстрее усвоится корнями. В светлое время суток обменные процессы в растении проходят намного быстрее. Эта вода впитывается намного легче, быстрее, поэтому все-таки поливать орхидеи нужно в первой половине дня. У меня в данном случае 3 посадочки. Одна из них выполнена в систему автополива, и 2 посадки выполнены в открытую систему, там, где у нас горшочек становится в кашпо. При этом сейчас полив одинаковый, я проливаю все горшочки одинаково. После того, когда вода стечет, я верну эти орхидеи в свои кашпо. Проливаем хорошенько со всех сторон. Если у вас орхидеи растут в закрытых системах, тогда первый полив после пересадки лучше выполнить методом замачивания не более 5 минут. Это даст корням орхидеи напитаться влагой, но кору не переувлажнит, так как первый полив, он у нас показательный. Он проявит, если есть какие-то дефекты, если есть моменты, возможные с загниванием. Если же первый полив проливом прошел удачно, то все последующие мы можем спокойно поливать согласно той системе посадки, которую мы выбрали. У меня это первый пролив, который я осуществляю спустя 6 дней после пересадки. Итак, прошло 14 дней с момента первого моего полива методом пролива после пересадки моих орхидей Дендробиум Нобиле. 14 дней – это достаточно условный термин, так как орхидеи мы поливаем не по календарю, а по просушке. И вот хочу наглядно показать каждую систему, насколько просохла кора в данной системе. Вот у меня система автополива, и она показывает, что влажность в этом горшочке больше всех сохранилась в дренажном слое, потому что эта система, в принципе, она практически такая, как и закрытая система дополнительной циркуляции воздуха между горшком и кашпо нет. Вот эта система просохла чуть лучше. Вот здесь внизу немножечко остался конденсат в дренажном слое. И это классическая система. Наш горшочек становится в кашпо, в котором есть небольшой зазор между стенками. Также у нас есть отверстие на дне горшочка, есть отверстие вот на стенке горшочка. Поэтому там хорошая аэрация, и в таком горшке, в такой системе будет сохнуть кора чуть лучше. И вот наш, опять же, еще один экземпляр классической посадки. Горшочек здесь чуть меньше, кашпо намного больше самого горшочка, поэтому аэрация там еще лучше. И за эти 2 недели эта орхидейка просохла больше всех. Эти орхидеи, скорее всего, поливаются вместе последний раз. У каждой будет налажен свой режим полива. И просушка у всех уже будет в совершенно разный период времени. Ну и теперь непосредственно будем поливать. Классическую систему мы заливаем прямо через горшочек, наполняем кашпо, и таким образом эта орхидейка у нас будет напиваться, так как у нас это будет первый полив методом замачивания, поэтому она у меня будет поливаться где-то минут 5. Опять же, мы настраиваем орхидеям полив для того, чтобы они постепенно привыкали к достаточному количеству воды. Наливаю я в кашпо водички так, чтобы вода была до уровня 2/3 горшочка, в котором растет орхидея. А точно так же я делаю и вторую мою посадку в классической системе. Наливаем горшочек водички. 2/3 эта вода должна быть теплая, фильтрованная.
температура 30-35 градусов. И это тоже будет полив методом замачивания на 5 минут. Следующие поливы я уже буду делать 10 минут. И еще через полив это уже будет полноценное 20 минут. В летнюю жару это может быть полив и на 30, и на 40 минут. Но так как у нас сейчас середина марта, и мы только настраиваем этот режим полива, то 5-минутного замачивания будет им достаточно. И теперь система автополива. Я таким же образом заливаю воду в горшочек, но очень хорошо контролирую уровень воды. Здесь у меня будет не метод замачивания, а, скажем так, метод пролива. Останавливаю я поливать, когда у меня между горшочком вот сейчас доберется водичка. Когда у меня между горшочком и внутренним кашпо будет где-то 5 мм зазор. Вот так, как сейчас. И на этом все. Горшочек автополива хорошо удерживает влагу, поэтому в данном случае замачивать орхидею не нужно. Она будет по мере испарения воды, которая находится внизу горшочка, она будет подпитываться, и внутри горшка всегда будет достаточная влажность. Поэтому замачивать мы этот метод полива я буду только тогда, когда это уже будет лето, и вода в этой емкости будет очень быстро испаряться. А до этого периода я спокойно могу просто доливать по просушке. Испарилась вода в нижней части горшочка, я доливаю. Вода есть, значит, орхидеи вполне достаточно этого полива. Пока мои орхидеи пьют, я расскажу об удобрениях, как и когда я их начну удобрять. Они у меня пересажены в конце февраля в свежую кору, поэтому в ближайшие месяцы, наверное, до начала мая, я их удобрять не буду. Пусть они растут за счет тех минеральных элементов, которые есть в свежей коре. Единственное, что я сделаю, это пролью их янтарной кислотой. Это будет на третий полив, включая этот. Потому что первый проливом, в принципе, мы не считаем. Он такой промежуточный и дает немножечко такую антистрессовую больше направленность. После янтарной кислоты на третий полив я им дам уже азотное удобрение, как раз это где-то будет в районе мая месяца. И азотным удобрением я их буду подкармливать до тех пор, пока молодые росты, вот эти вот ростики, не достигнут половины высоты материнского растения. Тогда я уже буду менять это азотное удобрение на калийно-фосфорное. Но в принципе я об этом отдельно сниму видео, покажу. Все будет наглядно видно и покажу, каким удобрением и как я это делаю. Время полива моих орхидеек вышло, поэтому что я делаю? Я вынимаю горшочек из кашпо, даю немножечко стечь. И после этого воду с кашпо выливаю. Я на самом деле поливаю другие мои декоративно-лиственные растения этой водичкой. И после этого возвращаю наш горшочек обратно в кашпо. Вот таким образом происходит полив классической системы. Какая-то часть воды еще, конечно, стечет на донышко этого кашпо. На самом деле это не страшно. Эти капельки помогут дольше подпитывать наши орхидеи. С автополивом все закончено. Водичка остается у дренажной части горшочка и тем самым будет подпитывать еще долгое время наше растение. Что еще хочу дополнительно сказать. В период активного роста дендробиумы очень любят влагу, поэтому сильно просушивать я бы вам не советовала. Пару капелек остается на стеночках горшка в дренажной части. Вполне уже время для того, чтобы ее поливать. Также я еще дополнительно вот после первого полива хочу задержать влагу на поверхности горшочка, и я все три посадки сейчас укрою мхом. Мох на поверхности горшочка – такой способ мульчирования, удерживания влаги на поверхности и внутри горшочка. Плюс в период активного роста я его буду увлажнять, опрыскивать,
и он будет стимулировать, пробуждать большое количество корешков у дендробиума. И, в принципе, такая же система работает и с другими видами орхидеи. Они очень хорошо отзываются именно на рост дополнительной корневой системы при влажном верхнем слое, который в данном случае вот у нас будет выполнять мох сфагнум. В принципе, это все то, что я хотела сказать по поводу полива орхидеи Dendrobium nobile в системе посадки автополив и в классической системе горшочек в кашпо. Вам всего доброго, до свидания!